Всем огромный привет! Спасибо, что сегодня заглянули ко мне на кухню. Давайте приготовим очень быстрый, вкусный обед, буквально за 15-20 минут. У нас будет сегодня гречка по-купечески. Все это будем делать в одной сковородке, и нам не понадобится для этого блюда много посуды. Давайте приступим. Вначале мелким кубиком нарезаем репчатый лук. Отправляю лук в сковородку обжариваться, добавив 1 столовую ложку подсолнечного масла. Обжариваю лук до мягкости и до красивого золотистого цвета. Обязательно помешивайте, чтобы лук у вас не пригорел. Пока обжаривается лук, нарезаю морковку. Можно просто натереть на крупной терке. Я буду нарезать такими недлинными полосочками. Морковь отправляю к обжаренному луку. Грибы нарезаю крупно. Отправляю грибы тушить к остальным овощам. Грибы чуть поджарились, отправляю сюда томатную пасту или протертые помидоры, буквально 3 столовые ложки. Перемешиваем, чуть-чуть прогреваю, чтобы ушел вкус сырых помидоров. Теперь отправляю сюда промытую гречку. Заливаю 2 стакана воды. У меня был 1 стакан вот такой гречки. Водой заливаю горячей. Ничего не перемешиваю, даю закипеть. Как только закипит, накрываем крышкой, уменьшаем огонь и томим 15-20 минут под закрытой крышкой. Гречка готова, я ее еще немножко подсолила. Не забудьте это сделать, можно добавить еще какие-нибудь приправы, которые вы любите. Я еще немножко в процессе приготовления в конце сделала вот так, чтобы выпиталась лишняя водичка. Что делаю сейчас? Сейчас сюда отправляю много свежей зелени, у меня это укроп, и хорошо перемешиваю. Я уже гречку попробовала, она очень мягкая, получилась и вкусная. Обязательно тоже попробуйте свою гречку, потому что, мало ли, гречка тоже бывает разная. Может быть, ей требуется там дополнительные 3-5 минут. Хотя, в принципе, если вот сейчас даже накрыть крышкой, то гречка протомится. Посмотрите, вода вся ушла, абсолютно сухая сковородка, гречка не прилипла. Это просто потрясающий, очень полезный обед. Гречка получилась не жирная, не масляная, потому что мы с вами добавили 1 столовую ложку масла. Можно точно так же делать вообще без жира, масла не добавлять, вот кому нельзя, расскажу вам. А все овощи протушить на водичке. Добавить, когда вы кладете морковку с луком и грибы, добавляете чуть-чуть воды, притушиваете овощи до мягкости на воде, потом точно так же закидываете гречку, заливаете водичкой и все делаете то же самое 15 минут после закипания под крышкой, и у вас получается такая красота. Пожалуйста, приготовьте, это очень быстро, это очень быстрый такой полезный обед. Гречка была полезна во все времена, и в старинные, и в наши. Поэтому делайте, пробуйте. Я буду очень рада, если вы так приготовите. И кому понравится рецепт, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и не пропускайте простые доступные рецепты вместе со мной. Всем огромное спасибо, до свидания и пока!